Друзья, всем привет! Это Ford Focus в рестайлинге, двигатель 1.0 EcoBoost. И часто встречается так, что автомобиль с первого раза не заводится, как будто ему тяжело. И я вам хочу сказать, что 90% этой небольшой проблемы из-за того, что контакты окисляются. Снимаете колпачок. Короче, снимаете колпачок, чистите, убираете окись, и в 90% у вас будет успех. Так как автомобиль свежий, стартера довольно надежные. И это самая маленькая проблема этого двигателя. Если все-таки хотите снять, откручиваете два болтика на 10, здесь и там. Снимаете и ведете на диагностику. Так, смотрите, вот здесь мы отверточкой колпачок снимаем и откручиваем гайку на 13. А чтобы вот это все крепление пластиковое снять, откручиваем вот здесь гаечку на 10. Это все оттягиваем. Вот колпачок, гаечка на 13 и на 10. А чтобы снять два болта, один там остался, откручиваем и сам стартер достаем. Вот эта пластмасска. Потому что если гаечку на 10 не открутить, не слезет. Так, фокусируется. Так как стартер никогда не снимали, пришлось корпус, видите, попрыскать ВДшкой, отвертку сюда засунул, немножко пошевелил, и он начал выходить. Вот так. Все, сейчас достаем, покажу, как он выглядит. Так, вот что мы видим снизу. Этот на 13, на 10, который надо открутить. Ну что мы делаем? Для профилактики откручиваем, чистим, откручиваем, смазываем контакты. Плохо фокусируется. Так, вот здесь, почему он не снимался? Видите, вот алюминий окисляется, тем самым и прилипает. Вот так. Ничего сложного. Пользуйтесь. Пока.